Здравствуйте, дорогие друзья! Хочу вам засвидетельствовать о работе миссии «Открытые небеса» в этом месте, в прекрасном месте Германии, это ближе к Баварии, да? Где-то, да? В общем, как называется? Город Мюльгайм. Мюльгайм, слава Богу. Мы вчера послужили в местной общине, церкви, и мы воздаем благодарность Богу за все такие удивительные свидетельства, которые мы вчера видели при общении. Очень много людей получило исцеление и обновление ума, и сердца ожили. Мне нравится свидетельство одной женщины, когда она настолько воспряла духом, что вот говорит, я вообще давно уже не смеялась, давно не находил, и вдруг просто переполняет радость. Это самое мощное свидетельство проявления Божьей славы, когда человек, он пробуждается к жизни, пробуждается к радости, когда угнетение, стресс, все эти последствия какого-то давления, оно все уходит. И это самое замечательное. Нас приняла Лена, хозяйка этого дома, это также лидер сообщества верующих людей, она также служит Евангелием, практикует действие даров Духа Святого. И вот мы хотели бы просто узнать впечатление у Лены о том служении, которое она увидела. Здравствуйте, дорогие. Благодарю Максима и его команды, что были здесь. Спасибо большое, что мы можем служить в одном духе, в единстве. Слава Богу. Люди, правда, начали преображаться. Радость большая была. Дух Святой служил нам. Были исцеления. Я была рада, что видеть, что люди выходили отсюда измененные, потому что там, где Дух Господень приходит, человек не остается никогда таким же. Он обязательно что-то возьмет для себя. Слава Богу за это служение. Дорогие, хочу вас ободрить тоже. Не сидите на местах, вставайте и идите на улицу, служите людям, служите своим ближним. Любите Бога, любите людей. И будьте благословенны. Слава Богу. Мы вас любим, мы вас благословляем. Впереди у нас еще много километров. И верим, что будет много Божьей славы, Божьих чудес. Потому что Бог верный. Он не изменился. Он вчера, сегодня и вовеки тот же. Будьте благословенны, дорогие друзья.